когда можно делать повторно блефаропластику, делала у местного доктора 4 года назад. Показаниями для повторной операции, в том числе для блефаропластики, для повторной эстетической операции, является исключительно изменение внешности, в том числе, в данном конкретном случае мы говорим о веках, изменение внешности послеоперационного характера, либо это рубцовая деформация, либо это технические погрешности, либо гравитационно-возрастного характера, которые не устраивают пациента. Это может случиться и через год после блефаропластики, и через 10 лет. Зависит прежде всего от техники выполнения операции, то есть насколько профессионально доктор выполнил тот объем вмешательства, который необходим. Если все сделано абсолютно правильно, высокопрофессионально, современно, то результата блефаропластики обычно минимум хватает на 8-10 лет. Это минимум. Поэтому 4 года назад необходимо посмотреть бы фотографию, и по ней уже можно определить процентов на 90. По фотографии точно можно определить, есть ли показания эстетические к повторной блефаропластике. Эстетические показания, что это? Вновь грыжи. Ну, вновь, скорее всего, если 4 года появляются грыжи, это, скорее всего, что-то не добрали во время первой операции. Или избыток кожи, или профессионально наружного угла глаза, или рубцовые деформации какие-то, которые изменили разрез глаз или внешность.